Всем привет, ребят! Мы на аккаунте моего подписчика Владимира с ником PPR. Вот такой вот ник у него. 160к силы, аккаунт с легонца донат. Я уже почти дошел до Минотавра. В принципе, неплохо. Находится в гильдии Неприкаянные души. Багажку не прошел, в другую гильдию ушел. Вот так вот. Хоть отметимся, может, хоть не кикнут. Первые, вторые, третьи места. Битва гильдии, атака фартовки. Дайте заявочки, вступайте. Средняя сила где-то в районе соточки. 100-150. Так. У нас коллекционер, как обычно, 42к самов. Что у него такого интересного вообще есть на этом аккаунте? Ну, героев у него хватает, в принципе. Сложновато будет что-то интересное выбить. Заклинательница. Кенди. Рибит. Овника. Сура. Ронин. Арктика. Рогатка. Буги. Так, идем сюда, посмотрим. Так будет нагляднее. Так, Анубис. Для Анубиса, видимо, хочет порочный пак. Стрелок. Да, с талантами тут печальненько все, я вам скажу. Таланты тут нужны. Да, Лифрей пакт. Да, с талантами печаль полная. В принципе, доната не так уж и много, поэтому... Возможно, умеренно покупал все. Но уже дошел практически до Минотавра. Да, не хватало именно малышу Нику замедления ему. Еще один малышник, а тут смертельного. Хорошо, ну что, поехали, будем пробовать что-то интересного, интересное вытащить. Фига себе, блин, ну сразу Фрея падает. Это уже означает, что мы хрен что соберем тут, когда так падает изначально. Снова сразу пару тычек и имба падает. Что за подстава? GG Атлант. Ворожей. Череп. Кенди. Капитан Рогатка. Вот так вот. Итриан. Ну, уже неплохо. Уже очень даже неплохо. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Поехали дальше. Хоть здесь упал недостающий герой. Более-менее интересный. Так, Химка. Даже Химка нам упала уже. Просто изи, ребят. Бугимен. Отлично. Вот это оно. Можно опять идти в рейд попариться. Та-та-та. Та-там, та-там. Ничего себе, у него Фрея живучая. Хороший ник, веселый. Поехали. Следующие 10к ролим. В надежде. Хотя мы и так, мы уже имбо героев забрали, в принципе.
Слуги забрали. Что еще надо? Призрачный всадник, рогатка, друид. Ну, суккуб. Просто имба-герой. Посмотрите, что делается. Да ладно. Интересно, что там у нас уже делается. 10 с 15. Вот это интересно. Не хватает войск. Да, конечно, не хватает. Теперь хватает. Let's go. Побежали унижать забор. Вот это мне нравится. Даже не успел до забора добежать, тебя уже слили. Капитан Дрейк. Ронин. Купидон. Бигфут. Да ладно, ну неплохо. Я считаю, что неплохо. И Дракос выпал. Даже кристаллический эктоплазм. Так, собрали. 13 с 15. Ну что, попытка не пытка, попробуем. А вдруг повезет. Заодно и заклинательницу заберем ему. Вы скажете, бля, опять донату задонили, подстава. Так, получить все. Let's go. Ну, Гаргул. Бигфут. Ранки. Чуть-чуть не хватило. Ну давайте, ладно, уже это добьем. Так уж и быть, с вас, ребята, по лайку. Ну, попробуем, по крайней мере. Ну. Есть. Ну, хоть тут повезло человеку. В принципе, то, о чем я говорил, 50к надо где-то в этом плюс-минус. Это все, конечно, рандомно, но поздравляю. Теперь хоть Анубис там или Фрейя у тебя будут хоть немножко правильные. Почти до Минотавра дошли. Так, хорошо. Поехали, пооткрываем, посмотрим у нас. Есть, хотя что там открывать? Порочный пакт. А вот героев мы нахреначили неплохих, я вам скажу. И дохренище просто. Рогатка. Буги. Жесть, короче. Бобикфута, Франки. Ну, Франки у него был. Так. Эмблемка, и у нас будет опять же бастион. Да ладно, какая-то подстава. Так, смертушка есть, поздравляю. 5 слизней. Яйца. Открываем мегаплюшки, ребят. Что тут у нас? Тут у нас огненная защита, жесть. Да уж. Да уж. Так. Посмотрим, что мы там родили. Что мы там сегодня родили. И эти доходяги. Так, Бугимен. Супер живо. Так. Заклинательница.
такое себе. Но все равно мелочь, но приятно. Плюс два героя, да, получилось у нас. Понимаю, еще так, Тритон, Арктика. А, подождите, Рунин. Рунин или Асурик, мы тоже их, по-моему, выбили. Я себе. Это вообще... Не, или это мы на другом аккаунте. А, нет, все правильно, да, огонь. Еще и Ронина подогнали. Ну, это вообще просто жир. Жирный роллинг получился. Неплохо. В принципе, все. Пишите комменты, как обычно. Подписка, лайк, репостик. Всем удачи, всем пока.